«Учитель – путеводная звезда». Под таким девизом сегодня прошло чествование новосибирских педагогов. Праздничное мероприятие прошло в Театре «Глобус». Лучшим представителям профессии вручили областные и федеральные награды. Николай Сальников подробнее. Больше 25 тысяч педагогов Новосибирской области сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Успехи наших преподавателей уже давно заметны на федеральном уровне. За всю историю конкурса лучших учителей России 635 новосибирцев удостоились премии учителя-новатора. Не исключение и нынешний год. Сегодня мы выходим, я думаю, на новую траекторию развития образования Новосибирской области во всех ее направлениях, от начального звена дошкольного образования до самой высшей школы, которая широко представлена на территории Новосибирской области. Конечно, 19 педагогов – это особенность. Мы так много никогда, педагоги Новосибирской области, не были номинированы на высшее признание федерального уровня как лучшие педагоги Российской Федерации. В преддверии Дня учителя Московский центр непрерывного математического образования опубликовал ежегодный рейтинг российских школ. В топ-500 вошли сразу 12 образовательных учреждений Новосибирской области. Это большой успех самих педагогов и весомый вклад региональных властей. Тенденция такова, что учитель постоянно находится в поиске. Профессиональный поиск, профессиональное изменение. И мы сегодня не случайно акцент делаем на повышение престижа учительской профессии, учебно-педагогической профессии. Это подтверждается и бюджетом. Пятая часть бюджета региона направляется в отрасль образования. Помимо региональных и федеральных премий, сегодня 5 педагогам были присвоены звания «Почетный работник образования Новосибирской области». Такой высокой оценки удостоились преподаватели из Новосибирска, а также из Тогучинского, Карасукского и Кыштовского районов. Николай Сальников, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.